выходил на международном помосте, был призером чемпионата Европы. После этого был перерыв, насколько я знаю, травма, но сумел восстановиться. Да. Набрал вес по местам, а толчок — это уже венец победы. Кто толкает, тот выигрывает. Евгений Тихонцов, 170. Вот, наконец, мы добрались до этого веса. Белорус, первый подход. Ну, видно, что 180, да, поднимал? Да. Видно. Уверенно, очень уверенно. Я думаю, он 175 пойдет, не меньше. Евгений Тихонцов родился в Гомеле, мастер спорта международного класса, чемпион Беларуси 2004. Просто такая пауза была, казалось бы, что тут два диска снял маленьких и сверху повесил. Я уже думал, не жюри ли там принимает какое-то решение. Ну вот, да, оставим на их усмотрение. Но опять-таки, это у женщин было строго, у мужчин мы видим более лояльно. Да, жюри немножечко за спортсменов, так сказать. Отлично, так справляется прям, да, без вопросов. И выигрывает золото, устанавливает тоже новый рекорд Европы. Тихонцов 98-го года рождения. Тоже среди молодежи. Да, да. В прошлом году ему было 20 лет, в этом году исполнится 21. Соответственно, вот именно в своей возрастной группе он устанавливает новый рекорд Европы. И есть еще одна попытка, возможно, улучшит его. Ну, запас прям виден хороший. Приятно смотреть, когда поднимают много, хорошо и точно. Абсолютно согласен. Так, 2 минуты отдыха у нас. У спортсмена, вне зависимости от этой попытки Тихонцова, давайте посмотрим, что для российских спортсменов у нас. Если рассматривать третье место, то отрыв, ну, не такой большой. У Хугаева 6 килограммов. И у Егора Климонова 3 килограмма. Умеет дарить эти эмоции, эмоции радости. Ну, вот от Тихонцова толчок тоже хороший, 210 на чемпионате мира в прошлом году поднял. Сейчас на штанге 178, заключительный подход, смотрим. Не без труда, но... Молодец. Да, отрыв здесь хороший создал. Хороший, действительно, я тоже про это подумал. От того же Климонова 10 килограммов теперь его отделяет. От ближайшего преследователя Антона Плесной 5 килограммов. То есть грузинскому атлету, если он вдруг решит претендовать на золото, нужно на 6 больше в толчке показывать, что, я думаю, будет не так просто. Вот посмотрела, кстати, на Пирогова, 210 поднимал на внутреннем чемпионате. И в 2018 году на чемпионате Европы в октябре месяце 192 всего толкнул. Итоговая таблица рывка на ваших экранах. Но, к сожалению, у российских штангистов вот, красные, да, выделены неудачные попытки, а... Так, у нас лидер Евгений Тихонцов, первый подход, 204. В случае успеха космическую сумму набирает 382 килограмма. Да, и сложно будет там уже его догнать. На 11 килограмм больше, чем у Антона. Физически очень сильный. Бесспорно выходит в лидеры. И рекорд устанавливает. Вот один судья придрался, что-то углядел. Ну, так скажем, не безупречно, да, локти у него. Может быть, включается. И локти, а возможно, то, что еще и толчок начал сразу, он штангу еще не остановил. С раскачки, да, так называемые. Да, штанга еще была раскачана. Сначала было спортивной карьеры, он выигрывал все соревнования, в которых участвовал. Потом на чемпионате Европы, уже когда попал во взрослую возрастную группу, допустил осечку, был вторым. Говорят, немножко так подрастроился. До этого шел очень убедительно. Так, Евгений Тихонцов, вес 210. Очень легко. И выходит в лидеры в этом упражнении. Отрывается еще дальше. Ну, то есть здесь уже 100% не досягаем. Безусловно, да. Там уже его догнать невозможно. Сейчас будет идти борьба за
медаль в толчке. Ну, Климонов, я так понимаю, хочет на второй 15-222. Ух ты. Это рекорд Европы. Да, уже среди взрослых спортсменов, до этого по молодежи до 23 лет устанавливал он. И сейчас в случае успеха 400 будет сумма и новый рекорд Европы. Ну, такое ощущение, как будто он, ему соперники не давали дойти уж до этих килограммов. Вы посмотрите-ка. Это просто какое-то чудо. Молодец. Новый рекорд Европы зафиксирован. Сесть судья. 2-1. Засчитали. Да, ну вот левый судья у нас жмет красную кнопку. Может быть, сломалась у него система. Да, белая нажимает. Не работает уже. Да, ничего себе. Нет, безусловно, солидно. Это фурор. На 10 килограммов больше, чем на чемпионате мира. Он поднял. В очень хорошей форме. Белорусские молодцы. Хорошая команда. Хорошо подвели спортсменов. Итоги на ваших экранах. Поздравляем Егора Климонова с серебряной медалью в толчке 210 килограммов. И итоги в сумме, гроссмейстерская сумма в 400 килограммов у нас у победителя. Это большие килограммы. Поздравляем. Спасибо большое. Мы все старались, чтобы поднять такие килограммы. Спасибо моим тренерам, спасибо всем, кто участвовал в моей подготовке. Это наша заслуга всех. Это наша, yeah, it's all of us. We are trying for, together for reach this result, and we are rich. Thank you for all people who is interacting around me. Of course, for him, the objective is the Olympics in Tokyo. Да, надеемся увидеть вас в Токио. I will try. Thank you. Да, хороший задел. Копилка сборной России пополняется. Надеемся еще и завтра на пополнение. Так, ну у мужчин у нас, если я не ошибаюсь, это первая медаль. Вроде бы никто больше не из российской команды не попадал у нас на подиум на этом чемпионате, да, Европы. Да, совершенно так верно. Что... Егор открыл копилку мужской сборной. Да, ну... И хорошо, впереди еще есть... Родион Бочков. Да. Выступать, да, будет завтра, да, в категории до 109 килограмм. Тимур Наниев. Тимур Наниев также, да, с ним. И супертяжек Антоний Савчук, если я не ошибаюсь, да, тоже. Да, совершенно верно. Антоний отобрался на чемпионат Европы. Звучит гимн Республики Беларусь в честь победителя. Я думаю, что это большое открытие. Спортсмен очень талантливый, очень молодой. Я думаю, он еще прибавит. Вполне, вполне. Да, с учетом, что он был на чемпионате мира на четвертый. 390 у него была. И он был четвертый, да. То я думаю, если он еще прибавит, то в принципе хорошую конкуренцию составит лидером этой категории. Ну, возраст в его пользу. Да. Здесь еще весь спортивный путь впереди. Да, в рассвете сил. Егор Климонов. Серебро. Да, конечно, на этих соревнованиях его было не догнать.
Please stay all together for a group photo. Пожалуйста, все вместе. Молодец, Егор. Поздравляем еще раз его и его тренера Михаила Хомякова. Огромная работа была сделана. Congratulations once again. Поздравляю. До сих пор в поту, да, спортсмен? Да. Сделал огромнейший шаг в третьей попытке, добавив 12 килограмм. Да, серьезно. Это очень, очень, очень сложно.